Она просто она так сжигает. Что-то застряла. Кстати, ребят, у нас в ТикТоке есть новая страничка, вот смотрите, наша семейная. Вот. Она решила скреативить, и она покрасила сыр в зеленый цвет. Куда ты тащишь? Где ваш домик, показывайте. Смотрите, ребят, у нас в семье каждый любит кушать свою еду. Ага, он ее тоже разбудил. Ребят, всем привет. Начинаем наш влог. Как видите, хожу в маске, потому что второй день у меня уже кашель. Ну, чувствую себя, в принципе, нормально. Немножко какая-то усталость есть. Позавчера, нет, два дня назад голова сильно болела. Вот. Ну, в общем, на всякий случай хожу в маске. Кашлю периодически. До этого у нас папа кашлял, да, как вы видели. В других влогах он ездил, сдавал анализы на коронавирус. У него был отрицательный результат. Но, надеюсь, у меня тоже ничего такого особенного нет. Может, просто так простудилась немножко, поэтому... Бонь, что ты хочешь? Поэтому такие вот дела. Похожу пока в маске. Что вы делаете? Привет. Вы будете это? Гипс. Гипс? Для чего? Потому что я хочу отвлекаться. Этот шпионский наборчик? А Маргарита... Что ты будешь делать? Хочу это Кикину лапку отбудить. Кикину лапку? У нее маленькая лапка. Ты чего? Отпечаток, что ли? Да. Интересно, как ты ей так сделаешь? Ну, надо и свою лапку взять. Но не знаю, как сделать. Ну, в гипс это не надо, так где надо. Тут, вот тут уже есть потом. Нужно развести его, сделать таким не сильно жидким, но как, знаешь, такие такой, как пластилин, что ли. Не обязательно делать как это. Да. И вот у меня вода тут. Чтобы он был такой, как пластилин, наверное. Потом он засохнет и все, останется отпечаточек. Вот эти можно писать что-то. Не знаю. Теперь мешай. Сразу размешивай, чтобы видно было, какой консистенции получается. Ух ты, мой год. Она жесткая. О, надо еще добавить. Да. Да, отпечаток? Отпечаточек лапки. Да. Такие две лапки. Ну, это было сложно. Да, очень сложно. Теперь Бонни надо. Тебе нужно, чтобы высохло. Просто ставь на воздухе, она высохнет и все. Бонни! Бонни, идем! Тебе хватит для нее этого? Угу. Это как деткам же, когда детки маленькие, им же оставляют ножку и ручку. Или когда ты беременна. Угу. Нет, когда ты беременна, делают по-другому. Нет, это зло. Они это тоже гипсом, только они... Ну, это полоски. Когда бинтик, это бинтик. Да. Угу. Так, все, делаем. Бонни поместится? Ой, что там? Он поместится на вот это? Да, нет, там что-то из ворота на меня. Она просто она так сшивляет. Что-то застряло. Бонни. Ты поднимай. Не видно. Она немножечко что-то высохла. Она что-то... Нет, она не высохла, просто... Еще, можно... наверное, чуть-чуть... Бонни, найти. Да, еще нужно. Маловато. Еще сделаем. Бонни! Вот мы уже отпечатали вот эти вот бонки. Вот это фики. Так, сейчас буду себе делать это лекарство. В общем, мне нужна вода полстакана, чайная ложка соды, лимон и чайная ложка уксуса яблочного. Такс. Лимона даже не знаю сколько, но в общем так вот выдавлю. Там тоже где-то примерно чайная ложечка нужна. Так. Ой. Чайная ложка. Вот реакция пошла. Этот уксус, он самый противный. Нам нужно. Так, теперь я буду полоскать горло.
и можно даже сделать маленький глоточек. Но это уже это так противно, это вообще. Это даже по запаху уже. Нехороший запах. Мама! Кстати, ребят, у нас в ТикТоке есть новая страничка, вот смотрите, наша семейная, вот мы вчера снимали, на прогулку ездили, вот, поэтому подписывайтесь, смотрите, вот так вот она называется. В принципе, она называется так же, как наш влоговый канал. Вот, мы здесь будем снимать видео наши семейные, в общем, с папой, все вместе. Влоги, может быть, какие-то коротенькие будут. Да? В общем, подписывайтесь, ребят, там весело. Решила скреативить, и она покрасила сыр в зеленый цвет. В смысле, цвет вкуснее? Цвет как-то имеет вкус или нет, или как? Или тебе приятнее кушать зеленую еду? Да? Еще и сахаром посыпать, еще и вино. Кстати, у девочек же начались каникулы уже. Да? Да. Такая, да? Да. Да? Ты не знал, что у вас каникулы уже? Уже каникулы до 10 августа. Да, до 10 августа будем отдыхать. Вот. Так что отучились. Маргарита в 6 класс перешла. Последний год в этой школе. И потом она будет переходить в другую школу. Куда ты тащишь, ёлки-палки? Ксения, вот что значит, когда у ребенка забираешь телефон и все гаджеты, и она не знает просто, что ей делать. Ну, где ваш домик, показывайте. Ксюш, осторожно, пожалуйста. Это ты что за матрасы взяла, с какой кровати? Макса Клина. А почему не со своей? А потому что... А потому что ты хитрая, да, решила, вот, чтобы тебе не убирать потом, да? Нет, я это уберу. Угу. Потому что чтобы я... не ломать твою кровать, да? Нет. Вот так чуть-чуть надо. Кто там? Вот так. О, привет. Привет. Огромный дом. Не огромный я дом, огромный дом. Огромная. Смотрите, солнышко вышло, идите на улицу. Пойдем купаться. Смотрите, ребят, у нас в семье каждый любит кушать свою еду. Например, Маргарита сейчас, вот я отварила макароны, Маргарита кушает... Со сыром. С сыром. Не со сыром, а с сыром. Со сыром. Хорошо. Она сюда будет класть сыр. Здесь я буду делать со сливками немножко. Вот сливки добавлю, потому что Макс с Каролиной они не любят. В общем, никакие другие добавки. Папа приготовил себе морепродукты с сыром. Вот, в общем, у каждого своя еда. Я, в принципе, буду все вместе, наверное, кушать. Вот Маргарита сама себе делает макарошки с сыром. Я делаю немножечко со сливками. Нашей детворе нравится. Макарошки будешь? Угу. Вот, еще, наверное, сосиски сделаю. Сосиски? Да. О, я тоже хочу сосиски. Так, немножечко по специи. Такие вот. Для вкуса. Ты что, какие будешь? С сыром? С соусом? Или... Сыр. Нет, это, видите, она тоже с сыром не ест. Все сели? И Бонни тут как тут. Приятного аппетита. Макс, он уже поел? Бончик, пончик. Ты мой девочка. Так. Все кушаем. Ничего не надо поднимать. Так, вот сюда и все. Сорока. Юпс. Потому что здесь много солнышки. Угу. Завтра будет солнышко.
немножечко поснимали. То девчонки что-то совсем перестали снимать. Да? Мама, новый сезон есть в Brawl Stars. Да? Опа. Она так легко выпрыгивает, она его не порвет случайно? Давай, давай, давай. Чем не знаю. У нас уже и там стоял, тут травка нормальная уже. Вот. Поднялась. А тут еще лежит. Не хочу обратно ее закрывать. А если сюда ставить бассейн, то вы вообще здесь все зальете. Давай, рассказывай, что там в школе делали. Ну, ребятам интересно, они спрашивают, в комментариях пишут. Ты пришла туда, вы зашли в школу, да. Что вы делали? Потом переоделись. Угу. Потом мы пошли, то есть нам рассказали, где какой фильм пойдет, то есть будет идти. Разные фильмы? Да. У нас 3 класса. Угу. И у каждого были... И у каждого класса разные фильмы. А вы могли выбрать или нет? Да. А, выбирать. И какой вы выбрали? Я пошла смотреть Baymax в нашем... В вашем классе. Я иду плавать. Дальше что было? Посмотрели фильм, что дальше? Нет, они сначала рассказали, потом... Угу. Потом мы это... Танцевали. Танцевали? Угу. Потом... ну вот мы пошли там смотреть фильм. Угу. После фильма мы пошли, мы могли еще на улицу сходить, да. Поиграть. Потом мы еще внутри во что-то поиграли. Кукуруку. Угу. А? Дальше. Потом мы почистили зубы и ложились спать. И потом, все? Да. То есть мы легли, нет, не сразу спать, мы легли где-то. 2 часа. Но вы легли и просто лежали. Кто-то мог разговаривать. Угу. Понятно. И потом вы, во сколько ты уснула? Где-то в 2, по-моему. И потом утром... Ксения. И потом утром мы проснулись где-то в 6 утра. Так рано? Почему? Вас тебя разбудили или ты сама проснулась? Да, ну, в общем, один проснулся, и потом он просто включил свет. Я открыл шторки. Он решил, чтобы все проснулись, да, чтобы он не один. И что, на него не ругались на него? Да. Да? Я ему хотела треснуть по голове. Надо было и треснуть. И учительница потом зашла, потому что у нас на улице... Она спала в другом классе. Ну, она в другой комнате спала. Да. И потом, ну, когда кто-то включает свет, у нее тоже включается свет. Ага, он ее тоже разбудил. Да. И потом она зашла, его наругала. Потом мы то есть нашу постель убрали, кровать, и потом мы пошли переодеваться и чистить. Нет, чистить зубы мы ничего не чистили, мы просто переоделись. Потом мы завтракать пошли? Да. Не пошли, но мы сделали, то есть мы поставили эти... парты? Да, парты мы поставили, потом мы кушали. Ну, вас там накормили? Да. Они, получается, с собой взяли на вечер что-нибудь перекусить, а утром им делали завтрак. Какой? Ну, не знаю, там что-нибудь, хлебушки, бутерброды, да, какие-то, да. Чай или что там, не знаю. Нет, чай, нет, сок. Ну, понятно. И все. И до обеда, ты же пришла где-то в обед, до обеда что вы делали? Да, мы потом... мы убирались, мы все чистили на полу, потому что валялись чипсы, попкорн. Ага. Нас вынюкали там, да? Да, и мыли парты, потому что они были все внутри. Ну, в общем, вы после себя убрали и домой пошли. Потом, нет, мы не пошли домой. Мы потом пошли на паузу, после паузы это... Так там уже пришли же дети, которые учились, да? Да. И потом после паузы мы пошли в спортзал, и там мы тоже еще раз станцевали танец. И все? Нет, потом мы зашли. Ага, да. Мы еще после того, как мы убрали, мы начали смотреть фильм еще один. Такой красивый, крутой был. Потом пауза, потом мы танцевали, потом мы зашли. И мы дальше смотрели фильм. А после фильма она нам раздавала вот эти вот папки с оценками. И в это время мы играли в игру.
Угу. Ну хорошо. И все? И домой пошли? Да. Ну вот, вот она и ночевка в школе. Тебе понравилось? Пошла бы еще раз? Да. Да? Да. А я опять себе сейчас буду делать... Макси! Зелье. Так, лимон. Что мне там еще надо? Воду. Ну, мне уже получше, на самом деле. Я сегодня... Я после того, как вот это сделала, прополоскала горло, я перестала кашлять. Я кашляла очень-очень-очень мало, просто не кашляла. Поэтому я сейчас еще перед сном сделаю. И давайте, детки, спать уже. И я надеюсь, завтра вообще кашлять не буду. Спать! Дети! Все! День закончился. Даже если каникулы, то время вообще-то уже... Время уже 10:30. Я думаю, пора уже отдыхать. Так, ребят, смотрите, если кто хочет сделать себе такой же, да, такую же водичку волшебную, то вам понадобится чайная... Ой, запотела, простите. Сейчас протру. Так, вам понадобится пол... Ну, даже можно меньше, ну, пол... вообще-то пол стаканчика воды. Лимон. Чайную ложку лимонного сока, чайную ложку соды и чайную ложку уксуса. Можно не обязательно яблочного, я так думаю, можно простой уксус. Вот, все смешиваете с водичкой, полоскаете горлышко, даже можно чуть-чуть, пару чайных ложечек глотнуть. Вот, и все. И буквально за несколько дней у вас все пройдет. Так, желательно вот это вот все прополоскать и пару чайных ложечек выпить. Что за червяков вы цепляете на стену? Да что такое? Потому что мы их помыли. А теперь мусор Таня будет собирать. Они липкие такие, что ли? Да, когда ты их моешь, они липкие. И весь мусор, конечно, крем прилип. Ну вот почему мы на мусор. Как эти червячки. Ладно. Он же тут лежал. Угу. Он опять треснул. Он не высыхает, мне кажется, нужно заново сделать. Кто это? Да, вы смотри, оно же высохло, смотри. Оно треснуло. Нужно заново сделать. Нет, она не высыхает, видишь? Да. Да, оно подсохло, но все равно оно, видишь? Нет, надо заново делать. И не на этим. Да, надо заново. Завтра еще раз сделаем. Только уже вот это надо выкинуть, надо заново замешать. Куда вы? Вон туда на полочку, бери наверх. Да. Да. Как, кстати, твой цветочек-то станет? Давно мы его не видели. Ты его хоть поливаешь? Или забыла? Земелька сухая, давай поливай. Так, все, полили мы цветочек. Цветочек полили. Пока здесь стоит. Все, готов? Пойдем. Все, девочки, я пошла. Давайте ложимся. Всем пока. Всем пока. Спокойной ночи. Всем спокойной ночи. Все, выкидывай, сейчас все измажешь тут. Гипсом.